В отремонтированном трехэтажном здании для сотрудников центра созданы все условия. Здесь установлена передовая цифровая техника, телефонная связь и высокоскоростное интернет-подключение. С помощью систем фото- и видеофиксации 50 специалистов следят за обстановкой на дорогах в режиме реального времени. Также 10 юристов помогают решать спорные ситуации. Без видеонаблюдения, без этих программных продуктов мы просто в настоящих условиях не способны работать эффективно. И это все вместе взято, значит, и говорит о том, что мы работаем эффективно, имеем стабильные результаты. И у нас ни одного пока вот преступления, связанного с дорожным транспортом, со скрывшимся преступником, нет у нас. Теперь мы находимся по адресу город Тамбов, улица Бастионная, 16А, и осуществляем прием граждан здесь. О результатах работы центра могу сказать, что за первое полугодие текущего года нами было вынесено порядка 526 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. При этом наложены штрафы на общую сумму около 370 миллионов рублей. В данный момент система включает 92 стационарных, 40 передвижных и 4 мобильных комплекса фото- и видеофиксации.